Ребят, всем привет! Вы на канале Светлана Карпова. Как... Это экскурсия по Киеву, по дому. Еще одна серия. Предыдущая серия вы сможете найти у меня на канале. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить самые интересные, веселые, увлекательные видео. С нами весело, интересно, познавательно. Как видите, уже весна, март месяц, снег сошел. Снега нет. Вот такой вот интересный наш подол. Сейчас мы проедем с вами по подолу. С вами сейчас находимся на нижней улице, называется Нижний Вал. Такой вот интересный наш подол. Еще такие вот здания, видите, какие интересные. Один трамвайчик проехал. Такой вот интересный наш подол. А вон там тоже навстречу едет трамвайчик. Сейчас мы его увидим. А, не увидим, он завернул. Красиво, да, очень красиво. Рекомендую приехать посмотреть.
надеюсь, вам понравилось путешествовать вместе со мной. Ставьте лайк, если вам нравятся мои видео. Подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Нажмите на колокольчик. И тогда вы точно не пропустите мои новые видео. Так, сейчас мне нужно сделать небольшой маневр. И вот снова трамвайчик. Когда-то мы с вами по этой улице ездили уже. Да, была она заснежена. Сейчас она не заснежена, но ситуация не меняется. Люди паркуются вдоль дороги, этим самым уменьшая объем дороги. Вот. Как-то так народ не думает о том, что кроме того, что им нужно припарковаться, кому-то нужно проехать. И достаточно большому количеству людей. Так, вот такой вот какой-то интересный мексиканский ресторанчик здесь есть. Слева это больница. И там дальше будет красивая церковь. Нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч.